вдалеке высотные дома. Это уже Бенедорм. Совсем чуть-чуть, и мы проходим Марину Гринвич. Вот там вдалеке какие-то синие постройки. Это Марина Гринвич, она находится на нулевом меридиане. А нам осталось до прохождения нулевого меридиана 10 минут. Ист. И, внимание, переходим на вест. Та-дам! Перешли! Мы опять в другом полушарии. Мы были в восточном, а перешли в западное. И продолжаем наш тур в Алтею. И мы уже подходим к Алтее. Нам осталась 1 миля. Ну что, Серёжа? Проверка ручки газа. Опять не работает задний ход ручки газа. Черт дери! Джойстик работает, будем на джойстике заходить. Это надо починить. Надо. Оно периодически у нас вступает в силу. О! О, заработало. Да. И надо было время. Разработать. Ну да. То рестартануло аж 2 раза. Короче, вот это вот меня очень сильно напрягает. Проблема в швартовке в том, что нету уверенности, что оно сработает. Можно было бы заходить, конечно, там с заносом, с разворотом, но... Не, ну если ты рассчитываешь на то, что у тебя работает задний ход, а он внезапно не работает, это не очень прикольно. Это вообще не прикольно. Потому что иногда времени на ресет системы уже поздно. Конечно. Джойстик в помощь. Заходим по чуть-чуть. Сейчас мы тут всех пропустим. Ну да, там маленькая лодочка прогулочная. И этот скорый катерок. Калима. Надо было так назвать лодку Калима. Как это? Детокс организма? Там на пирсе гуляют дети и рыбаки. А как называется Марина? Клуб Náutico de Altea. Что-то указателя нету. Ну ничего, зато есть велосипед Максима Tres Nudos. Это означает максимальная скорость 3 узла.
Главное понимать это вовремя. Ну, это, в принципе, такая информация не сильно важная. Ну, на везде заходить. Стандартная. Ну, да. Это такое. Обычно просто еще пишут название Марины, но здесь пишут велосидат. А это значит скорость. То есть Марина называется велосидат Максима. Ну, да. Заходишь, велосидат Максима, велосидат Максима. Треснулось, треснулось. Места там совсем немного вообще. Места. А ты знаешь, куда нам идти, Сереж? А? Куда нам идти, ты знаешь? Да, вот же они стоят. Кто, где? Ниночка, иди вперед, бросишь им швартовы и мне говори расстояние. Хорошо. Сейчас нос выравнивай. Да. Еще нос выравнивай, левее. Сереж, все левее. Мне вот здесь вообще не нравится. Привет. А Сережа, как это я показываю? Да, нужно, чтобы ты тут была, а не там. Итак, вот мы пришли в Марину Алтею, откуда уходили 4 года назад. И мы выходили с этой же командой, Сережей и с Любой. Это наши друзья, которые уже давным-давно с нами сейлят. И начало нашего путешествия было здесь. Ну, давай. А теперь смена газов. Спасибо, Муша! Спасибо! Класс! Возвращение. Сережа, на самом деле мы тебя здесь ждали все 4 года. Мы тут недалеко все у тебя вышли и заблудились. По дороге концерты давали. Эти по слэклайну ходили, да? На то и жили. Все, друзья, дальше мы отмечаем. Вот мы стоим как в этой Марине. С обратной стороны рыбацкий порт. Там рыбаки разгружают рыбу пойманную. Это глубокая часть. А с этой стороны более мелкая. То есть около 2 метров, иногда даже меньше. А там может вообще до метра доходить, прямо где Марина офис. Ну, такие лодочки стоят. Ну, вообще Алтея. Вообще Алтея — это такой достаточно нишевой город для своих. Тут туристов мало и сюда редко приезжают. Вот здесь в Марине есть маленький сейлинг-клуб. На нем маленькие дети, на маленьких лодочках дети тренируются ходить под парусами. Ну и в принципе здесь сама Марина, клуб Наутико, больше особенно ничем не примечательна. И да, стоимость стоянки нашей лодки 37 евро в сутки. Маленькие лодочки. Марина, кстати, достаточно большая. Лодок много. Escuela de Bella – это школа паруса. Bella – это парус, Bolero – это парусная яхта. А Vela? Vela – это и есть. B читается как первая буква V, читается как B в Испании. Oficina Regata.
Д. Д. Ну что, зайдем продлимся еще на один денек? Конечно. Мы постоим здесь 2 дня. Прикольное место. Сейчас мы находимся в центральном парке Алтеи. Сбоку пляж. Такой каменный деревца. Кедры, да. Пальмы, кедры. Ну как-то тени здесь не очень много, да? Сильно не погуляешь в жару. Ну и с боков, естественно, ресторанчики, барчики. Это достаточно стандартная тема для всех прибрежных городов Испании. Поэтому ничего нового. Но вид отсюда красивый. Да, горы, это вот те горы, которые мы проходили мимо. Понравилось. Пляж такой пустой. Пустой пляж. Ну, сейчас же не сезон уже туристический. Конец сентября. Конечно, теплая. Ну, конец сентября. Это справа продолжение марины, но только для совсем маленьких лодок. Это парковка для велосипедов. А ты думаешь, почему люди сюда приезжают в Бенидорм? Привычка ходить по гальке. Галька. А там опять же кальпа. Алтей, старый город, расположен на холмах. Вот эти холмы и вот эти лестницы, по которым нам придется ходить сейчас достаточно много. Но тут все очень красиво. Тут такие милые домики. Так все начинается. Милые лесенки, милые домики. Красивые улочки. Такие ухоженные, ухоженные. Конус мерить. А, да. Отвес. Отвес, да. Смотри, какой тут тротуар. Мы там туда подойдем. Диночка, ты помещаешься здесь? Я помещаюсь. То есть видно, что ты не очень хорошо кушаешь, да? Плохо ты меня кормишь, Гато. Ну ничего. Лучше я тебе буду... голодать. Вынуждаю тебя голодать. Не кормишь. Ну. Короче, вот эта центральная площадь. А. Туристас. Знаешь, как богомолы такие, шатуны. YouTube так... зомби, привет. Привет. Чего? Вот эта церковь с этим куполом, которая видно с моря. Мазу. Да, изразцы. Ну что, ты пошли в церковь. Тут можно снимать, в отличие от... А вот это то место, откуда началась наша кругосветка. Красивое море. Друзья,
Мы с вами сейчас находимся в городе Алтея. Это тот город, в котором началась наша кругосветка 4 года назад. Вот вы видите за мной, вдалеке находится Марина. Тут стояла наша лодка, готовилась к дальним путешествиям, то есть мы проводили на ней много ремонтных работ, и с драйдока лодка была спущена на воду, и мы стартанули. Поэтому официально мы считаем город Алтей точкой старта нашей кругосветки. И вот спустя 4 года мы стоим в этом же городе с видом на ту марину, с которой мы стартанули, и... Вот, мы сделали это, мы сделали это. Кругосветное путешествие – это была моя давняя мечта. И люди, которые мечтают, у этих людей мечты сбываются. Поэтому мечтайте. Не стесняйтесь самых больших, самых глобальных своих мечт. И если ваши мечты становятся намерениями, у вас в итоге все получится, как получилось у нас, наша кругосветка, которая является действительно комплексным и сложным проектом. Оставайтесь с нами на нашем канале, мы вам будем рассказывать дальше о нашей кругосветке, потому что дальше мы продолжаем второй круг. Но уже по новым местам. Но уже по новым местам. У нас есть для вас несколько сюрпризов. Ну и Ине будет интересно завершить ее круг, который я начал с Таиланда. Мы идем в Азию, просто мы идем дальше через Индию, через Атлантику. Но об этом не шагу назад. Не шагу назад, но об этом пока немножко секрет. Ожидайте анонсов.